Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Ольга Курунова, и я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я предлагаю вам связать простую, нехитрую, очень-очень-очень легкую шапочку резинкой 2×2 с отворотом и вот с такой замечательной макушкой. Вот так она закрывается. Вот так она смотрится. Отворот вот с таким загибом. Шапочка моя подходит для размера на голову 54 сантиметра. Ну, вы можете сделать свой расчет. Высота шапочки 22 сантиметра вот в таком сложенном виде и по голове 21 сантиметр. Если вам понравилась такая шапочка, такая макушка, то можете связать такую. Давайте приступим. Итак, начнем. Пряжа. У меня это вот такая пряжа, которая называется... К сожалению, у меня порвана этикеточка. Сильвия от Назар. Цвет 23. Состав 30% 6, 20% полиамид, 50% акрил. Метраж 660 метров в 100 граммах, но я вяжу в две ниточки. Значит, у меня метраж составит 330 грамм. Вы можете взять подходящую, ну и вообще любую на свой размер, на свой вкус. Вот, все, что касается пряжи. Дальше. Обхват головы у меня 54 сантиметра. Так, вот я написала. Обхват моей головы 54 сантиметра. Плотность у меня в одном сантиметре 2,4 петли и в одном сантиметре 4,5 рядов. Это мне нужно для того, чтобы рассчитать количество петель. Как я рассчитываю количество петель, которые мне необходимо набрать на шапку? То есть обхват головы 54 сантиметра я должна умножить на плотность на свою. Я связала образечек, ну, это я уже шапку показываю, да? Образечек немножечко растянула и замерила, сколько у меня составляет плотность. Плотность у меня 2,4 петли. Итак, обхват головы умножаем на плотность и получаем, что я должна набрать 130 петель. 54 умножить на 2,4 будет 130. Для того, чтобы шапочка хорошо сидела на голове, вот чтобы она вот так вот была, да? То есть не вот так. Если я сейчас наберу 130 петель, она будет по голове вот так. Если вам это надо, делайте. Мне нужно, чтобы она сидела вот так. И для этого я должна вычесть 15% петель. То есть 130 я должна была набрать. Отнимаем 15%. И получаем 110 петель. Я должна набрать была 110 петель. Но есть один нюанс. У меня раппорт при закрытии макушечки составляет 16 петель. Значит, мое количество петель должно делиться на 16. Но 110 не делится на 16, поэтому я беру первое. Большее число, которое делится на 16. В моем случае это 112 петель. Значит, я набираю обычным способом, обычным, приобычным, 112 петель. И вяжу резиночкой 2×2. Вот резинка, 2 лицевых, 2 изнаночных. Вяжу высоту... забыла, как это называется, девочки. Отворота. Высоту отворота. Вот. В моем случае это
в нерастянутом виде это 7 сантиметров. Ну, в принципе, могу взять сантиметровую ленту, но я думаю, что вам это не надо, да? Вот, 7. Если я растяну, то в растянутом состоянии моя высота отворота является равна 6 сантиметрам. Не забываем это учитывать, потому что резинка 2 на 2, она хорошо тянется, и при растяжении высота у нее снижается. Вот, видите, да? Даже на видео видно. Шапка вытянулась, растянули, она уменьшилась. Так, следующий этап. Теперь, провязав отворот, мы меняем петли. То есть те петли, которые у нас были изнаночными, становятся лицевыми. Те петли, которые были лицевые, становятся изнаночными. Вот этот загиб, ну вы уже, наверное, все знаете, да, поможет нам очень хорошо отворот закрепить. Он не будет хлябаться, он не будет вот так, там поменьше, побольше. Он уже стандартно будет ровно такого размера, которого мы с вами делаем. Вот. Вот так. Все. Дальше мы вяжем на нужную нам высоту. Вот. Высота шапки, которую нам надо. Я хочу шапочку. Давайте я вам ее здесь нарисую. Вот так. А вот здесь пошла макушка. Ну вот, примерно вот так, да? Вот я хочу высоту шапочки сделать своей. Значит, так, 20-22 сантиметра общая высота. У меня макушка будет состоять из 31 ряда. 31 ряд. Плотность у меня 4,5 ряда в 1 сантиметре. 31 делим на 4, 6,9 макушечка. Ну, грубо говоря, 7 сантиметров, да? 7 сантиметров. Так, высота шапки 20-22 минус 7. Значит, вот здесь у нас будет, ну, примерно 13-15 сантиметров. Думаю, понятно объяснила. То есть от отворота, отворот я не учитываю, я его загнула вот так. И вот от отворота вверх до макушки у меня должно быть 13-15 сантиметров. Но это в растянутом виде. Растяните шапочку и померьте. Я сделала 14 сантиметров свою шапочку. Так, и дальше что я делаю? Сейчас я вам сфотографирую узор макушки. Так, и приступаем дальше. Я отметила, по узору мы видим, да? Сейчас я его к вам сюда поближе положу. То есть узор у меня начинается с одной изнаночной петли. Значит, я начинаю отмечать одну изнаночную. Вот, и перед ней ставлю маркер. И отметила все 16 петель. 16 петель, маркер, 16 петель, маркер. И потом по этой схеме начинаю убавлять. То есть первая у меня убавка будет через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот эту среднюю изнаночную дорожку я должна убавить на одну петлю. Потом еще на одну. И так, и так, и так пойдем, и у нас вот получится то, что получится. Да? Ну, думаю, я понятно объяснила. Вернемся уже в конце макушки. Итак, я довязала до конца. Единственное, я на схеме не провязала последние 2 или 3 ряда. Ну вот вы видите, на чем я остановилась, да? Потом взяла все петельки и стянула иголочкой. И получилась вот такая шапочка.
Длина у этой шапки получилась 22 сантиметра при растяжении 21. Именно то, что мне нужно было. И посмотрите, какое красивое закрытие. Видите? Какая классная макушечка. Мне она очень нравится. Если вам понравилась такая, вяжите вместе со мной. Ну все. Большое спасибо, что были со мной. Ровных 7 петелек. Удачи. Будут вопросы, обязательно мне пишите. Всем пока-пока.